В областные дороги закатают больше 12 миллиардов рублей в этом году. На эти деньги обновят 400 километров полотна. А это почти на 40% больше, чем в прошлом году, заявляют в областном правительстве. Масштабная реконструкция грядет и на тех участках, на которые годами жаловались кировчане. И в первую очередь это студенческий проезд от Воровского до Московской. Обновят перекрестки улиц Проезжей и Павла Корчагина, Ленина и Современной. Всего в этом году в Кирове отремонтируют 47 дорожных участков. О больших планах дорожного сезона Зоя Зотова. В Кирове больше 30 километров дорог станут ровнее. В их числе улицы Народная, Дзержинского, Карла Маркса, Володарского и другие. Всего 47 участков улиц. 12 апреля подрядная организация уже приступила к ремонтным работам. На сегодняшний день, в принципе, по нашим оценкам, очень хорошие темпы производства работы. В работе на сегодня находится 31 объект данной подрядной организации, при том, что на 9 объектах практически работы уже завершены. И идет процедура как раз отбора материала для проведения лабораторных испытаний и как раз подготовка этих объектов к приемке. На городских дорогах пройдет и капитальный ремонт. На перекрестке улиц Павла Корчагина и Проезжей там появится кольцевая развязка. На перекрестке улицы Ленина и Современной, где главную дорогу ждет расширение на две полосы, и долгожданный ремонт, который переносили несколько лет подряд, это капитальный ремонт студенческого проезда от улицы Московской до Воровского. Долго мы к этому объекту шли. Это капитальный ремонт студенческого проезда от улицы Воровского до улицы Московской. В центральной части города это один из самых, наверное, проблемных участков дорожной сети, который длительное время вызывает негативное, отрицательное отношение жителей города. Но в текущем году мы в этот объект уже заходим. Что касается областных дорог, то в рамках нацпроекта БКД в этом году отремонтируют больше 180 километров дорожного полотна. Новый асфальт появится и в 41 городском поселении. Помимо дорог, большое внимание уделят и мостам, которые сейчас находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Один из них проходит через реку Пижма в Советском районе. В этом году мы впервые, первый год участвуем в реализации федерального проекта «Ремонт аварийных мостов». Планируется 7 мостов, 422 погонных метра на общую сумму 373 миллиона рублей. В том числе на региональных дорогах 6 мостов и на местных дорогах 1 мост. Следить за порядком на областных трассах будут 79 новых комплексов фото- и видеофиксации. Их должны смонтировать к концу июня. Подводя итог, в областном правительстве пообещали, что все дорожные работы завершат к октябрю. Зоя Зотова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.